Всем привет, с вами Галактики. И мы продолжаем играть в Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, в прошлой серии. У меня неудачное было завершение миссии, ее пришлось переиграть. А вот, теперь давайте мы ее уже завершим и посмотрим на наш днищенский рейтинг. Вызовем вертолет, я там все повзрывал. Поэтому вертолет мы сможем... О, да, мы можем прямо вот здесь вот его вызвать. Там никого, ничего не осталось. Алмазы, наверное, где-то там галочка стоит. Блин, давай, давай, давай. Побежали, побежали. Мы, наверное, не успеем за алмазами сходить, а потом... Думаю, миссии сюда еще будут. Не сюжетки, так побочки, может быть, да? Вот. Зенитка, я расстрелял здесь все, что смог. Расстрелять. Зенитку, к сожалению, пока что не могу увести с собой, но что поделать. Так, а ну-ка давайте посмотрим по карте. Это что у нас? Необработанный алмаз. Да, где-то там. А он еще и сверху где-то, да? Ну... Видимо, алмаз мы на потом уже оставим. Хотя, может быть, сейчас, если... Тихо. Может, подождет меня немного и вертолетик. Ну, алмазик, алмазик. Нет, он все-таки выше где-то. Ладно. Не суть. Мы алмазов еще наберем много. На побочных миссиях денег много наварим. А пока что давайте вернемся на базу. На воздушную, я имею в виду. Сейчас посмотрим, что нам насчитало. Я, в принципе, переиграл, по-моему, точно так же. Ничего особо нового, интересного там не произошло. Двое покинуло гауптвахту. Босс. Ранг Б. Ну не Д. Ну, не днищенский, да, это хорошо. Итого мы... Что у нас получилось? Без убийств не вышло, потому что мы танки взрывали, полковников эвакуировали. Чудесно. Было пару тревог, ранений немного я отхватил, ну и с переигрываниями это все было, да. 24 нейтрализации, 24 тела мы увели с собой. Денег у нас сейчас немного, потому что побочки я не выполнял, ничего, мы в прошлой серии очень много потратили. Так, ну посмотрим сейчас, во, боевой отряд создан, отлично. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Так, интересно. Новые какие-то штуки. Так, это тот, который мы, которого мы захватили, наверное, да? Или это, это доброволец, походу? Надо же было себе на щеке татуху такую сделать. Ужас. У них у всех такая татуха, что ли? Я только сейчас заметил. Двое ребят с А+. Вот его мы захватили, эвакуированный, да. Счастливчик. Угу. И еще эвакуировали. Или это тот же? Да, короче, много людей с навыками Б и С. А, и добровольцы там тоже среди них были. Окей. Угу.
И еще побочки добавились. Так, а был уже вроде этот воздушный удар. Так, хорошо. Давайте... Доступна функция «Доставка наемников». Создав боевой отряд, вы получили доступ к функции «Доставка наемников». Она позволяет доставлять наемников в зоны конфликта для регулярного получения GMP. Вот это вот интересно, на самом деле. Я бы с удовольствием... Почему все... Ознакомьтесь с функциями отрядов. При создании отрядов в повышении их уровня вы получаете доступ к новым функциям отряда. Ранги имеющихся функций также повышаются вместе с уровнями отрядов. Узнать о функциях каждого отряда можно в основном меню главной базы. Чтобы увидеть описание функции отряда базы, нажмите H. Так. О, все, открылось нам это. Доставка наемников. Сторожевого отряда, охрана базы, блокада базы. Так, различных сведений о главной базе. Функция боевого отряда. Доставка наемников. Экстренное развертывание. Продолжить игру с новым героем или охранником после гибели персонажа в ходе операции по обороне передовой базы. По мере повышения ранга сокращается время прибытия и увеличивается количество доступных охранников. Интересно. Так. А как нам... Никак, да? Это через как это нам делать? Доставлять наемников, интересно. Ну ладно, посмотрим. У нас сейчас на базе сколько получается? 269 человек, да? Нормально. Давайте вот что мы сначала сделаем. Нажмем управление персоналом и нажмем на автораспределение. Всех сотрудников отправим, да, наиболее подходящие. Так, не успел я прочитать, что там повышено, куда. Ну да ладно. Теперь давайте посмотрим. У нас 8 человек в комнате ожидания. Все остальные комнаты просто заполнены. Один в гауптвахте. Так, чудесно. Давайте по разработке пройдемся. У меня, по-моему, уже открыт доступ к разработке... Нового. Нет, не открыт доступ. Печально. Ну ладно, не суть. Не суть. Оборудование напарника. На лошадку можно боевую форму пошить, но с другой стороны, нам пока вроде как особо и не надо. На вертолет тоже парочка новых добавилась. Но дороговато пока, у меня всего 24 тысяч, да, давайте лучше вот мы на руководство базой перейдем и построим, платформу для боевого отряда повысит на 10 численность боевого отряда, будем туда разных салабонов отправлять. И тем более это вроде относительно так дешево. Платформа поддержки, ну, дороговато, но вторая, потому что... Вот, первую платформу здесь поставим. Эти две платформы у нас еще не построены, к сожалению. Но нам уже можно идти собирать людей на... новых людей для заполнения новых отделов. Так, и что еще? Да, я все прошлые серии забыл про вот этот вот маскировочный костюм, который мы исследовали. Я его так и не одел. Я все в обычном хаке бегал все это время. Поэтому надо будет сейчас приодеть обязательно костюмчик. Так. И что я хотел? Я хотел
посмотреть, да, что нам нужно для улучшения шаров. О, еще, короче, много всего нужно. Логистик нам нужен, вот что нам нужно. Логистик, очень важный тип. И научно-исследовательский отдел тоже до 16 уровня протянуть надо бы. Так, хорошо, все, погнали тогда на следующую миссию. Что у нас? Внешние задания. Отправка персонала на внешние задания. Давайте отправим. Будут денежка у нас. Прорыв блокады. Боеспособность 50. Прогнозируемые потери. Награда 4 добровольца. На перстянке 80. Чертеж какой-то непонятный. И 50 тысяч бабосиков. Так, допустим, это все бабки, бабки. А что вот здесь? Ну, ладно, давайте сейчас посмотрим. Состав боевого отряда. Боеспособность 500. Прогнозируемые потери 3%. 95% успеха, то есть не 100, да? Даже если я вот самых лучших подправлю, да? Ужас. Ага, все, понял, как это работает. То есть мы отправляем сюда... Так. Дэшечек, наверное, да, в принципе. Отправить этот отряд на задание? Да, отправить на задание. Дальше. Медицинская помощь. Золотых полумесяцев 200 мы получим. Мы немного добровольцев, медиков, да, 4 штуки, может быть, получим. А, ну 20%, да, тоже на эти. Так. Пять человек. Теперь я что-то не совсем понял тогда. Ага, все, теперь понял. А, 5 медиков, 5 бойцов и 5 медиков. Ага, ну тогда мы что, цешечек отправим сюда. Так. А сюда нам нужны еще разведчики. Только 20 тысяч бабосиков получим. Возможно, добровольцы, да? Сбор растений. Полыни 200 можно отправить, собрать, ребят. А здесь тоже медики нужны, да? Забавно. Забавно. Но в любом случае, да, давайте поехали по порядочку. Наверное. Хотя, подождите, а ну-ка, давайте посмотрим, что тут. А что там, что там? Уничтожение складов. Шлемы. Ух ты. А интересно, если мы уничтожим склады со шлемами, то наши противники без шлемов будут? Серьезно? А давайте. Нет доступных отрядов для отправки. Все, закончились наши бойцы, что ли? Серьезно? Да. Новую передовую базу вы увеличите максимальное число одновременно действующих отрядов. Ясно. Закончились наши ребята. Закончились. Внешние задания. Внешние задания. Сеть. Охрана, оборона аванпоста. Тут еще прям глобус, да? По всему миру будем работать. Ну, интересно, на самом деле. Очень интересно. Много разных вот таких вот плюшек, скажем так, второстепенных, казалось бы, да, но они придают довольно игре такую интересную окрасочку. Все важные побочные задания. Так, короче, тут все показываются, да, тут нельзя отсортировать. Так, чертеж далековато от переводчика. Еще одна эвакуация со старой главной базы. 60 тысяч. У нас на самом деле неплохо так денежки идут. Уничтожение подразделения бронемашин. О, да. Так, все это весело и интересно. Давайте мы все-таки... Его. Помощь и отход. Наверное, сделаем... сюжеточку.
по сюжеточке пойдем. Партизаны хотят провести массовую атаку. Уничтожьте как можно больше боевых машин, чтобы ослабить подкрепление советской армии. Рекомендуемое оружие — ракеты. Ну, поехали, да. Принимаем это задание. Смотрим, куда мы. Вот сюда мы отправимся, наверное. Высокий уровень опасности, да, если мы прям туда отправимся. Ну, понятно, давайте вот сюда. Да, высадиться в этой позиции. Нам же ж вроде... Так. Доступны более качественные версии оружия или предмета. Выбрать их в данный момент? Да, выбрать. Я хотел... выбрать... Где мы выбираем себе? Эй, так. Да, с гранатометом пойдем. Выбор персонажа. О, вот, форму здесь выбирает. Вот он, маскировочный костюм, как одевается. Варианты голов. Нет у меня вариант никаких голов. Вот, теперь я как Рэмбо буду. Может, теперь меня не будут так убивать быстро. И все, можно начинать, я думаю, да. Все остальное у нас вроде готово. Поехали. Срочно. Не, мы вечером, как всегда, лучше в темноте. Так, эту миссию я уже перепрохожу. Я не знаю, как я там что вырежу, что не вырежу, потому что это было жестко. Короче, на миссию нам отведено 15 минут. За эти 15 минут мы должны уничтожить как можно больше вражеской техники. И перепрохожу я эту миссию, потому что я спрыгнул, ну... Миссия на время, спешишь, как всегда, все как положено. Спрыгнул, значит, я такой с, ну, относительно высокого обрыва, на лошади причем спрыгнул. И с лошадкой все было классно, а я вот почему-то умер. Вот поэтому перепрохожу эту миссию. Контрольная точка все равно, как бы, да, она с начала миссии идет, поэтому... Решил не тратить лишние 15 минут на переигрывание и записать просто сначала. Так, сейчас взорвется уже, тратить уже можно не тратить, собственно, боеприпасы. И погнали, погнали к следующим точке. Так, давай. Здесь... По довольно большому такому участку карты придется гоняться за этими всеми машинами боевыми. Через аванпосты тоже пробегать. Я вот что-то как-то, да, так погорячился. Некоторые машины просто проезжают куда-то по своим, да, заданиям и скрываются из зоны нашего задания. И, собственно, мы с ними уже ничего сделать не можем. Вот, поэтому некоторые машины мы тут, может, потеряем. Чем больше машин мы взорвем, да, вот это вот, допустим, мы, может быть, успеем ее перехватить. Эту машину я первый раз пропустил. Но сейчас, мне кажется, мы пропустим ту вторую, которая чуть дальше. Тут как бы... Вот здесь вот место такое... Давай. Да пофигу вообще, что меня заметят. Третий выстрел. Техника взорвана.
800 метров до следующей цели. По-моему, та тачка тоже вот едет по этой дороге. Честно, вот не помню. Не знаю. Так, нам в любом случае нужно сейчас запросить... Давай. Задание. Сброс припасов. Ой-о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 й. Давай, сброс припасов. Давай сюда. Сюда. Припасы мне для гранатомета. Так, вот этого, когда мы парня захватим, если мы его захватим, ну, может, мы его и захватим, на самом деле, как бы, может, не проблема. Так, по-моему, кстати, вот та вот техника ехала по этой дороге как-то. Интересно, может, по-другому немножко сейчас все идет. Ну, короче, в любом случае, берем сейчас эти. Давай. Оп, собрали. И погнали. метров. Не знаю, по какой дороге. Если бы знать, по какой дороге они будут ехать, да, то можно было бы дорогу заминировать, С4 поставить. Может быть, не самое правильное решение стрелять ей прям в борт. Все, я надеюсь. Горишь? Горит. Все, отлично. Погнали. Следующий. Нет. Здесь. 400 метров, и эти ребята... Там 1,5 километра. Сейчас вот этих надо отхлопать. 300 метров. Так. Давай, сейчас вот этих ребят мы... CCE. Вот здесь вот где-то спрыгнуть можно неудачно, и все, и привет. Пошли, короче, тогда. Давай. Через мост пройдем. Лошадка, главное, когда я спрыгнул, побежала себе дальше, как ни в чем не бывало. Так, я вот что-то теперь сомневаюсь, что эти ребята сюда едут. Что-то там не то. Аккуратненько пройдем здесь. Ну, вообще, по-моему, не едут. Стоят на месте, такое ощущение. Ладно, мы тут шухеру подняли уже, и фиг с ним. Ого, там народу. И вот этого мы не оглушили. Или оглушили? А, оглушили. А ну давайте мы сейчас их всех троих эвакуируем. Может быть, вот этот вот в очках хороший парень будет. Нет? Ну нам некогда на самом деле смотреть, где там кто. Забрали, и хорошо. Да ну что там? Кто там? Кто-то, короче, спалил. Назад кричит, да что ты? Ну, давай. Так, хорошо. Отправляем тебя полетать немного. Тебя полетать. Давайте. Спасем заложника. Давай. Ой, по лошади стреляют. Что же вы делаете, ироды? Дикие. Давай. Погнали. Ого, смотрите. Уже у них есть БТРы. Уходим. Опс. Да ну блин, давай, лошадочка, не подведи меня. О, вот.
Давай, 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 давай. Все, 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 хватит. С этой машины хватит уже. Так, кто следующий? Кто следующий? Где-то там. 600 метров. Давайте посмотрим, куда она едет. Ага, она уезжает отсюда. Блин. Неудобно, на самом деле. Вот с этим, с этой машиной не совсем понял, что нужно сделать. А, говорят, вроде бы, да, у нее это... какой-то ценный, мощный груз, который мы, может быть, могли бы, да? Ну, они могли бы с нами поделиться. Вот, но... но вопрос в том, как заставить их с нами поделиться этим грузом. Машину захватить Фултоном я еще не могу. Мне мои технологии не позволяют. Вот, блин, машина уедет, чувствую вот это. Да, ушла, зараза. Надо было сразу эту технику валить. Да, надо было не пропускать. Там второй сидит? А, нет, второй не сидит. Второй не сидит. Так, и что нам надо сделать? Как мы можем захватить? Давайте, айдроид за деталями. Ликвидированы, ликвидированы. Рекомендуем оружие ракет. Непонятно, непонятно. Непонятно. Вот мы не можем ее захватить по-нормальному. Ну, что, давайте просто заминируем, взорвем ее к чертям. Я надеюсь, что одного С4 хватит. Это все-таки маленький грузовичок, ни о чем, ну, ни о чем не такой, да? Так, и взрываем. Да, взорвался. Взорвался машин. Что-то не взорвалось. Что-то... о, все, теперь точно взорвалось. Так, у нас 3 выстрела, а там 2 этих едет где-то. Давайте мы запросим сейчас еще, пополним запас, припас, шмапас. А, они, кстати, сюда едут, да? Сюда, через эту базу, они едут как раз сюда. Но мы ждать их не будем, времени у нас не так много, чтобы тут вот это еще тратить время на ожидание. 5 минут осталось. Да-да-да. Угу. Сейчас припасы получу только вот и сразу же пущусь. Может, они как раз ближе подъедут немного. Так, ну давай, 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 припасики. Есть, все, погнали. Минуту прождали практически, ну полминуты точно. Или подождем их уже здесь. Давай, 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 сейчас. Кто? Где? Вот, вижу. Все, отлично. Давай, улетел. 400 метров. Да, мы сейчас их здесь прям подождем, пока. Эвакуируем здесь парочку ребят. У вас проблемы, это да. Так, мы можем дорогу заминировать, попробовать здесь. Не видно так совсем будет, да? Вот вообще, что здесь С4 стоят. Вообще не палевно. А теперь уходим, уходим, уходим и смотрим, что сейчас будет.
Есть контакт. По-моему, рано я, да? А нет, смотрите, пошло. Пошло добро. Куда ты там стреляешь? Куда ты стреляешь? Ну... Мы пропустили одну машину, к сожалению. Все. Гори, гори ясно. Давайте на коня, и может быть еще сможем какую-нибудь. Ага, все. Одна машина осталась, но это та, которая уехала, к сожалению. К сожалению. Вот, но в целом неплохо мы так сделали. Блин, я вот кто-то то же самое мог сделать с первого раза, только... У меня тоже одна машина уехала. Если бы я не умер, просто вот так вот прыгая с какого-то небольшого... Ну, относительно небольшой вроде обрыв был такой на лошадке. Прыгнул и все. До свидания. Так, ну чё там? Чё там? Куда нужно отвалить? Во. Mission complete. Отлично. 10 солдат мы даже, пленного одного с навыком получили. Угу. Боевая форма. Ранг Б. Чудесная работа. Без убийств обошлось. А, то есть техника не считается, когда мы технику взрываем вместе с людьми на борту, да? Не считается, что мы их убиваем. Хорошо, я согласен, это, да, пойдет. Ликвидировано несколько боевых машин. Это можно было 11 ликвидировать даже. Ничего себе. У нас только вроде одна уехала, да? Хм, может быть, если бы я все ликвидировал, тогда бы еще появились бы, да? Типа, вызвали этих подкрепление или еще что-нибудь. Но в целом, все равно довольно неплохо. Давайте посмотрим, что там у нас. По денежкам, ну, 213 тысяч. Нормально, в принципе. Титры пропускаем. Что у нас по этим? Это интересно. Давайте. Элитный солдат. Это мы его эвакуировали. Специалист по электроспиннингу. И много... Да, вот 3Бшника мы эвакуировали. Вполне неплохо на самом деле. Это не хухры-мухры. Сейчас мы будем выгонять с нашей базы всяких этих... Ешечек. И новые побочные задания. Вау. We suspect he was complicit in the attack on Mother Base 9 years ago. He was working with Cypher. I've been waiting a long time for this. So I say, let's help Emmerich defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Emmerich is currently at Sorak Power Plant. This is our chance. Boss, head for the power plant. Так, это у нас... Собирайте отряды, отвлекайте, отправляйте их на задание. Персонал боевого и других отрядов вместе с трофейным транспортом можно отправлять на задание для получения денежек, различных ресурсов, даже новых сотрудников. Персонала на внешние задания. Да я отправлял, у меня нет сейчас никого персонала. Или они уже повыполняли все? Выберите внешнее задание, награда за каждое внешнее задание зависит от его цели, сложности. Ну, я же уже отправил.
Соберите отряд. Укажите ранг персонала, который вы хотите отправить. Ну, давайте вот. А, наверное, уже вернулись задания просто, ребята. Да. Давайте этих отправим. Отряд на задание. Когда внешнее задание будет выполнено, вы получите уведомление. Пока ваш отряд не вернулся, вы можете сами отправиться на задание. Так, все чудесно. Я вроде не получал отчеты. А, блин, это я миссию переиграл, да, и все то, что я тут отправлял, все это, да, короче. Да. Все в никуда ушло, насколько я понимаю. Да. Ладно, давайте мы первым делом... О, кстати, новая... А, нет, не новая, это последняя. Угу, пленного маджахеда нужно эвакуировать. Последнее сюжетное задание, побочные тоже обновились. Блин, а нельзя как-то... О, контакт с Эмерихом, это основное, значит, это как раз... Да, у нас были важные побочные задания. Окей. Понятно. Так, главная база, награды. Давайте награду мы получим. Я чё... Потери на внешнее... А нет, смотрите, награды за внешнее задание. Во, мы получили награды. Все, все нормально. Персонал один. Куча всяких травок. И одного дэшечка мы потеряли. Мы совсем его потеряли? И... А, ежедневную премию, да, мы получили вот монеты главной базы. Чё, получить? Получить награду. G давайте нажмем, получим все, отлично. Доброволец к нам пришел сразу. Медик с навыком E. Вот, 16 человек у нас в комнате ожидания. Давайте мы в управление персонала сейчас зайдем и нажмем на V и всех сотрудников. Да, давай. Разберем по местам. Ничего не поменялось совсем. И по разработке давайте сейчас откроем. У нас уже вроде должен быть доступ к... Нету все равно, да что такое? Чего нам не хватает? Чего-то, наверное, не хватает. Вроде я уже повысил. Нет, ничего я не повысил. Но, в общем, даже... А, странно. Ладно, неважно. В любом случае, на этом, ребята, мы серию пока что закончим. Следующая серия мы продолжим. Наверное, пойдем немного повыполняем побочные задания. Какие-нибудь, может быть, интересные будут. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующей серии.